Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, сейчас я вам показываю аппарат Pioneer. Значит, DVD Drop SA CD Player DV989 IV. Вот его передняя панель. Демонстрация работы. Сейчас будет демонстрация, значит, диска. Вот CD диска. Так. Вот на телевизоре он показывает лайтинг, загрузка, да? А если мы его остановим еще раз и вытащим, открытие написано, да? Так, и сейчас будет, я его включаю, play включаю, вот, и через HDMI идет на этот самый, на телевизор, и через оптический кабель идет на саундбар Philips. Вот он, саундбар Philips. Так, вот он, пульт саундбара. Сейчас мы уменьшаем громкость. Так, а сейчас мы увеличиваем. Так, сейчас я отключу сабвуфер саундбара. Оп. Только саундбар будет работать. А сейчас сабвуфер включаю. Ну, он у меня отдельно стоит. Вот кнопочка сабвуфер. Так, я выключил саундбар. Включил. Так, полистаем. Так. Следующий трек. Следующий трек. Так, следующий. Так, вот буду еще диск поставлю, Deep Purple, и значит, DVD поставлю, Slate. 1977 года. Концерт. Так, ну ладно, ставим. Так, вынимаем. Так. Так, теперь ставим роковый диск. Так. Так, play пошел. CD. Так. Так, третий трек. Так.
это у нас высокие. Все понятно. Так, теперь мы снимаем Deep Purple, поставим Slate. Так, вот он Slate. Так, оп. С телевизором сейчас соединено через HDMI. Так, HDMI. Так. Ту-д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 у. Дум-дум-дум-дум-дум. Посмотрим. Так. Так, это песни, которые исполняют 22 песни. Так. Так. Вот у нас идет. Что написано-то я не вижу. HDMI подключен. Так. Так, это диск у нас Slate 1977 год. Какой кудрявый, лупоглазый чел. Так, ну-ка, а дальше покрутить. Так. Так, покрутим дальше. Покрутим дальше. Так. This one's another rave. This is an old favorite. Еще дальше покрутим. Он сканирует. Так.